Oh my. Now you. Попадание! Ёбаный рот этого казино, блядь! Откройте, это подарки от Эльдорадо! Блядь! Окей. Приветствую всех, дорогие друзья! Рад вас всех видеть! Сегодня у нас легенда КВ-2 1939 года. На мой взгляд, это один из самых популярных танков для тех, кто вот задумался, а как бы повеселиться, и он такой, а, бабаха. Вот, первая бабаха, которая приходит в голову, это КВ-2. Я не первый раз и уже давным-давно говорю, что это не лучший танк. Вообще не лучший танк, причем с нерфами он стал прям совсем отвратительным. Но сейчас фугасы получили ап, пересмотр механики, что и хапнуло, и КВ-2 заиграл, опять. Правда, я все еще не считаю его лучшим танком этой игры и бабахой, но у него есть свой шарм, и рассказать о нем, я думаю, стоит, тем более в изменившихся реалиях. И, наверное, давайте я просто сначала дам вам сноску на то, какие еще бабахи вам могли бы быть интересны, поскольку они будут повеселее, чем это. Самое главное, это, наверное, шведская бабаха на боевом рейтинге 1.7, которая SPJ-FM-43-44. Она и защищенная, и с такой же 150-мм, еще и на низком боевом рейтинге. Ей прям ну совсем весело. Хотите советскую бабаху, возьмите Су-152. Эта бабаха обладает примерно тем же боевым рейтингом, там не сильно выше, но при этом перезарядка у нее куда быстрее. А пушка еще и более точная, поскольку длина ствола там выше, и стрелять с нее удобнее. Хотите веселую бабаху для аркады? Возьмите Брумбор или Авр, они просто сношают рандом при правильной эксплуатации. А также не забывайте про Шишпанцер, немецкий, опять же там низкого боевого рейтинга. И можно перечислять на самом деле еще много того, что будет веселее, чем КВ-2. Просто ввиду того, что перезарядка очень долгая. Очевидно, что перезарядка у всех бабах долгая, но здесь она особенно противная. На экспертном экипаже у 152-мм гаубицы М10Т перезарядка 35,5 секунд. Но это же очень долго. И за это время бой уже пройдет, пока вы перезарядитесь один раз. Но с другой стороны, фугас начал убивать, поэтому грех жаловаться. Но у КВ-2 есть и много других проблем. О них чуть позже. Давайте сначала про снаряд. Итак, теперь основным, естественно, является снова фугас ОФ-530. И он весит 6 килограмм, пробивает 48 мм брони, что теперь не важно. Ибо новая механика. Вместо халбрейка у нас теперь избыточное давление. То есть, если мы попадаем в слабую броню, то экипаж, даже при непробитии, все равно умрет. Ибо снаряд взрывается на броне, создает избыточное давление, и он там внутри весь такой и все. И покчамп. А КВ-2, собственно, отлично подходит на роль того, кто будет стрелять по кому угодно и его практически всегда ваншотить. Но все еще случаются проблемы. Фугасы теперь, после кучи нерфов неэффективны, и все еще неэффективны, против, например, какого-нибудь штуха, у которого 80 мм лобовой брони и трансмиссия. Там просто не проходит урон. Или вы стреляете кому-нибудь в экраны, тому же пазику с экранами или штугу с экранами. Вы тоже, скорее всего, в бочину ничего ему не сделаете. Однако теперь появилась возможность даже топа убивать этим фугасом. Кладите его на крышу, или в гусеницы, и зачастую вы противника убьете. Также менее бронированные топы некоторые, например, Леопард 2.6, не то чтобы менее бронированные, но в смысле, которые имеют такое расположение боеукладки и членов экипажа, вы можете убивать под башню. То есть попадая где-то в середину корпуса танка, чтобы проломить крышу, и оттуда уже, естественно, избыточное давление пойдет в боевое отделение и всех убьет. Так что с уроном КВ-2 теперь может играться на любом боевом рейтинге. Удобно, правда, делать это только на своем. И вот почему. Помимо дикого времени перезарядки, у КВ-2 есть огромный силуэт и проблемы с наведением. А самое главное, его преимущество в виде брони будет играть только на его боевом рейтинге. Но что касается наведения, то здесь оно отвратительное. У нас, во-первых, довольно небольшие углы вертикального наведения, от минус 5 до 12 градусов наверх. Это мало и неудобно. На многих картах вам будет их не хватать, придется вылезать на противника, который, естественно, будет готов вам за это все влепить. И также у нас скорость поворота башни в горизонте никакущая, 5,5 градусов в секунду. Ну, спасибо то, что хотя бы можно стрелять на борт.
В реальной жизни башню бы с погона, скорее всего, сорвало, и стрелять так было нельзя. Так что у КВ-2 в игровых реалиях есть преимущество над реальным, однако в игровых реалиях, опять же, у других танков оно еще больше. И скорость поворота башни в этом случае решает. Так что с точки зрения наведения КВ-2 довольно сложный, и если мы берем его фугас, кстати говоря, то не забываем о том, что баллистика не идеальная. 530 метров в секунду скорость полета снаряда — это сильно ниже, чем у большинства танков с регулярными орудиями на этом боевом рейтинге. Те обычно пуляют со скоростью 700-800 метров в секунду. Естественно, из-за этого придется привыкать к особой баллистике КВ-2. С другой стороны, она не настолько отвратительная, чтобы с нее нельзя было попадать, вполне можно, причем даже на большую дистанцию. Главное приноровиться и иногда пользоваться дальномером. Хотя по движущимся целям я бы все еще стрелял с большой долей опаски. Теперь главное, что КВ-2 делает нормальным, играбельным на своем боевом рейтинге. Это его читерная, абсолютно имбовая броня, которая не пробивается, хотя должна. Во лбу 75 мм, во лбу башни тоже 75. Есть маска, там 90 мм, что внушает уважение. Есть еще и ВЛД 70-мм, который вообще ничем не пробивается, борта такие же крепкие, то есть, по сути, рамбуйте и будет счастье. Однако башню вы никуда не денете, как и ее погон. Там как было везде около 80 мм, так и есть. Но противник не всегда стреляет именно туда, или не всегда попадает в удобное место и происходит рикошет или не пробил. Однако в этом плане, ну, самое простое стрелять, конечно же, вокруг маски. Также корма хорошо защищена, и вообще крыша тоже отлично, КВшки. Это очень сложная цель для авиации, если мы не говорим про бомбы. Ну и в целом получается, что пробить нас какому-нибудь Шерману далеко не так просто. Возьмем тот же самый Шерман второго ранга, выдадим ему его обычный боеприпас, тот, который камерный, и увидим, что с дистанции в 500 метров, ну, скажем так, есть возможность отбить его снаряд. Особенно, что касается корпуса. В НЛД довольно приятные углы наклона получаются, точнее, для него неприятные. Ну и даже ВЛД может танкануть, особенно если ромбовать. Но вот башня, погон всегда пробьется. Однако живучесть еще у нас остается, поэтому можно как-то с этим существовать. В общем, если пробивают в погон башни, а по сути только туда и будет удобно, то нанесут, скорее всего, серьезный урон, но, как я и сказал, броня читерная, и иногда сам погон съедает боеприпас. Плюс, опять же, у нас хорошо получаются защищены те места, в которые должен противник стрелять, чтобы нас сваншотить. Этого практически невозможно сделать. Боеукладка у нас находится в задней части башни, а башня крупная, и не всегда доходит урон именно дотуда. Плюс 6 членов экипажа, плюс протектирующие баки, плюс имбовая вот эта броня, которая иногда работает. И КВшка очень тяжело убивается противником. Честное слово, иногда заставляет попотеть даже топ-ранги 10-7. Они ломом ее просто шьют насквозь и никак убить не могут, приходится выбивать точечный экипаж. А учитывая, что их там 6 человек, ни один снаряд уйдет на то, чтобы разобрать КВшку. Но опять же, те, кто знают, куда стрелять, 2 выстрела и вы готовы. А самое главное, что очень часто КВшка остается без казенника, без орудия, без гусениц. В общем, она просто бесполезно мотает время перед тем, как ее убьют. А значит, что не всегда получается реализовать эту живучесть. Будьте крайне аккуратны и одни никуда не лезьте. У вас перезарядка 35 секунд. Одна ошибка, и вы ошиблись, причем в ангар. Сразу же. Плюс к этому еще добавляется низкая скорость. Очевидно, ну, понятно, танк тяжелый. Плюс еще и 152-мм бабаха. Мощность двигателя 600 лошадей, а масса 52,5 тонны. Это едва ли 11 там с небольшим лошадок на тонну. Максималка 34 км в час. Это немного, но уже неплохо. И назад всего лишь до 6. А значит, если вы на КВ-2 заехали не в тот район, как-то умудрились до него доехать, обратно вы уже не уедете. Оставаться рядом с союзниками на этом танке жизненно необходимо, критически важно, ибо если вас некому прикрыть, вы труп. Либо занимайте позиции на средней дистанции, там 500 метров-километр, и так, чтобы вы все время могли закатиться за препятствия. Игра в чистом поле, естественно, для КВ-2 невыгодна, с такой-то перезарядкой. А вот игра от какого-нибудь укрытия отлично подойдет. Вас не видят, вы выкатились, бабахнули, заваншотили, закатились, ждете следующего. Но это работает только в том случае, если противник лезет на вас по одному и вообще по одному и тому же пути. В бою иногда так не получается, и приходится рисковать жизнью и зачастую очень за это огребать, для того, чтобы занять выгодную позицию, с которой вы как-то можете вести огонь. Поэтому, с точки зрения эффективности, КВ-2, конечно, не самый лучший танк. На этом боевом рейтинге лучше взять обычную КВ-шку, если хотите много фрагов.
Однако то, какие сочные получаются фраги на КВ-2, вот здесь мало кто может с ним поспорить. Радость от того, что противник просто порвался на куски, здесь, конечно, немерена. Поэтому, как бы я сам не негативил по поводу КВ-2 и не говорил про то, что это не очень эффективная техника, он делает фраги и делает их уверенно, особенно сейчас с этой механикой. Причем ему плевать, в общем-то, на боевой рейтинг. На любом он нормально себя чувствует. Ну, на низком он еще и танкует, а на высоком, если вы стоите за укрытием и пуляете, выехал, пульнул, заехал за препятствие, за какое-нибудь, где вас не достать, то он просто будет убивать леопарды, абрамсы и все-все-все. Главное, попади. В крышу там, не знаю, под днище или в стык башни, куда-нибудь. И все, скорее всего, противник улетит в ангар. Но играть бездумно на нем нельзя, это не прощается. И, например, в моем видеоряде очень часто меня наказывали, потому что я бездумно куда-то еду без прикрытия. Вот и все. Если будете играть взводом и сможете друг друга прикрывать, тогда это определенно обретает новый смысл и веселье, да. Так что КВ-2 действительно неплох, рекомендую. На этом на сегодня все. Пойду делать для вас новые видео. И надеюсь, вы оцените это видео. Если вам есть что добавить про КВ-2, вдруг мое мнение с вашим не совпадает, прошу пожаловать в комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем удачи! Пока!